Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с заявлением в связи с массовыми расстрелами, произошедшими в стране в прошедшие выходные, когда около 30 человек погибли и более 50 получили ранения. Президент предложил ряд мер, которые, по его мнению, помогут в дальнейшем предотвратить подобные нападения, которые совершаются в США регулярно, сообщает Евроньюз. Дональд Трамп сказал: «В один голос наша нация должна осудить расизм, нетерпимость и идею превосходства белых. Эти зловещие идеологии должны быть повержены. Ненависти нет места в Америке. Сегодня я также даю указание Министерству юстиции подготовить закон, по которому за преступления на почве ненависти и массовые убийства полагалась бы смертная казнь». Дональд Трамп подчеркнул, что смертная казнь должна в таких случаях применяться безотлагательно. Он отметил также, что убивает не оружие, а психически нездоровые люди, и призвал ужесточить контроль за продажей оружия страдающим от подобных заболеваний.